Ну, да, нам главный тренер сказал, чтобы сегодня старать надежно, не пропустить, а момент у нас будет. Да, мы сегодня в атаке не совсем, можно сказать, остро играли, но у нас были пару контратак хороших, мы не забили, ну, так что вот так вот. Не, ну, конечно, это Лига чемпионов, все хотят показать, потому что это очень интересный и важный турнир для каждого футболиста. И все хотят, и, в принципе, хорошо пойти в отпуск с хорошим настроением, так что все будем играть на победу, только победа. Мне, как по мне, все команды примерно одного уровня, плюс-минус, так что со всеми можно было играть. Мы, видите, вначале много очков потеряли, так что сейчас уже тяжело и шансов у нас уже нет. Мы знали, нам тренер говорил, мы смотрели игры их, потому что у них очень быстрые хавы, у них крайки быстрые, так что вышел еще высокий нападающий, который тоже борьбу хорошо навязывает. Но мы сегодня опять-таки надежно сыграли в обороне, в принципе, вся команда сегодня хорошо, нормально сыграла, так что начиная от вратаря, заканчивая там, я не знаю, нападающий.